Говори. У самого дальнего синего моря когда-то стояло большое подворье, а ныне косая избенка, солома на крыше, забор покосился, ворота упали, хромая телега в убогом сарае, стеклина вот-вот упадет из окошка, из всей животины собака да кошка. Причина ясна: старику со старухой трудно справляться с житейской разрухой. Поскольку не в Сочи они проживали, курортникам комнат своих не сдавали, давно стариков позабыли внучата, а денег фальшивых старик не печатал. И так они жили в печали и горе. Одна только радость под боком, что море. Старик не лентяй, да и сеть сохранилась, а рыбы в ту пору в достатке водилось. Пошел как-то раз старичок, как обычно, к студеному морю за рыбной добычей. Закинул он сети в белесые волны. На берег присел в ожидании улова, глазами уставился в небо рябое, да так и уснул под шипение прибоя. Проснулся старик от гудения и боя, на берег несутся волна за волною. Схватился за сети старик, что есть мочи, тяжелую ношу из моря волочит. Богатый улов ему в сети прибило, и вдруг от сияния в глазах зарябило. Вгляделся старик, и в ногах стала зыбка. В сетях видит он необычная рыбка. Ее чешуя, словно тысячи блесток, и златом сверкает корона с наперсток. И понял старик от волнения и кая, что в сети попалась царица морская. Пока от волнения старик оправлялся, из невода голос девичий раздался. «Послушай, рыбак, по вине привидению, сегодня пленницей стала твоею. И как подобается царскому сану, стоять за любовью ценою не стану. Проси о достойной царице награде, проси жемчуга, бриллианты, алмазы». С минуту подумав, старик отвечает: «Конечно, награда твоя впечатляет. Кому ж не нужны янтари да алмазы? Купить за них можно и много, и сразу. Ни денег, ни злата мне даром не надо. Мне душу согреет иная награда. Прошу возвратить тебя, царицу морскую, взамен на свободу мне силу мужскую». Услышав, у рыбы аж зубы заныли. Такое еще никогда не просили. Ну, избу, ну, титул, ну, яхту в Венеции. Но чтобы добро поменять на потенцию, о, люди, о, нравы, куда же мир катится? Взвихнулся старик, чтоб не быть каракатицей. Всем телом о волны ударилась силой, и стемя до пят старика окатило. И чувствует дед внутри изменения, глазам не поверил, в штанах шевеление. И вот уж видны все приметы мужчины, и это без видимо всякой причины. Дед сети в воду быстро бросает, всю рыбу назад в океан отпускает. Какая рыбалка, едят ее мухи, и легким алюром несется к старухе. Увидев супруга, старуха упала. Такого со свадьбы она не видала. Кому же лежащая баба не в радость, а силы у деда растут раз от раза. Доводит он бабку свою до экстаза. Воистину славно сработала рыбка. Отстали заботы, недуги, печали. Супруги любви предаются ночами, а утром их бодрость не знает границы. Засыпан амбар урожаем пшеницы. В неделю дед новую избу построил, такие хоромы, что царь недостоин. И бабка, однако, под стать ему тоже, лицом и душой лет на 40 моложе. Как молодуха везде успевает, варит, стирает, шьет, убирает. Дед теперь ходит в новом кафтане, вареники вилкой мешает в сметане, гусятину с хреном вином запивает и рыбку золотую добро вспоминает. Слава Богу. Ни чары богатства, ни максимум власти вам не заменят энергию страсти. Так пусть будет в вас эта мощная сила, и чтоб она вас на всю жизнь вдохновила. Вот, браво! Вот этот тост!